Здравствуйте, товарищи! Итак, ребята, кто смотрел мой предыдущий видос, это был обзор моточерепахи от Alpinestar. Bionic Tech версия 3. Я сделал обзор на эту черепаху, но я там не указал один такой интересный моментик. Ну, на тот момент я о нем, собственно, не знал, потому что мне только привезли, можно сказать, эту черепаху. Я ее распаковал и сразу начал делать обзор, то есть первое впечатление. Но там есть такой один интересный нюанс у этой черепахи, который прям вот мне он очень понравился. Для меня это был сюрприз. Мне за рекламу это никто ничего не платит, это я просто, как бы, я просто радуюсь покупке и как бы хочу поделиться этой радостью вместе с вами. Может быть, вам это будет интересно, если вы тоже размышляете, какую черепаху лучше купить, или вообще купить ли черепаху или панцирь. Поэтому сейчас я просто в этом коротком видео расскажу вам один такой интересный нюанс. Вот так вот выглядит, допустим, моя черепашка, которую мне привезли. То есть она идет как цельная в сборе, да, то есть это грудной панцирь, спина, плечи, ну, в общем, классика, да. Но тут есть такой нюанс, вот эти лямки, которые соединяют, крепят грудную клетку и спину, их можно отделить от основной черепахи. Ну, во-первых, это нужно делать для того, чтобы постирать черепаху, поэтому панцирь не нужен. И еще такой нюанс. Здесь вот есть такой быстросъемная лямка, она на магнитике, то есть ее раз вот так вот пальчиком и отстегнулась. Соответственно, здесь мы сейчас низ тоже отстегнем. И полноцельная черепаха превращается вот в такую вот интересную курточку. То есть получается у нас отдельно плечи, локти и поясной ремень. Все. То есть вот в таком виде мы ее можем легко постирать. Это значит, что у нас есть отдельный панцирь, полноценный, можно сказать, панцирь без плеч, который можно одеть отдельно, скажем, вот я, видите, быстро его одеваю. Ну, почти быстро, одно ловчится. Так, и застегиваю, собственно, вот здесь. То есть в таком виде я могу, скажем, одеть обычную туристическую куртку с стандартными локтями и плечами. И, соответственно, защитить себе только грудь и спину. Что, в принципе, имеет место быть. Также я могу одеть только черепаху. Ну, я имею в виду саму курточку без защиты груди. А спину использовать от штатной защиты куртки. То есть получается очень множество различных комбинаций, как можно это варьировать. И вот в таком виде, когда одевается сам панцирь отдельно, он даже намного удобнее чувствуется, чем вот он, когда плотно прикреплен непосредственно к черепахе. Ну и, соответственно, одевать тоже намного легче. То есть, как бы маленькая фича, но она настолько прикольная, что вот мне прям нравится. По поводу брейсов, ребята, хочу, может быть, с вами посоветоваться. Ну, кто шарит в теме, кто давно. Я смотрю сейчас в сторону астерисков карбоновых этих. Астериск карбон цел первой версии. То есть они так вроде называются. Вроде как они смотрятся компактно, вроде легкие. Ну, не знаю, надо мерить, опять же. Вот думаю их потом заказывать. Ну, это еще не точно. Посмотрим, что вы думаете по этому поводу. Я именно хочу брейсы. То есть я не хочу просто наколенники, а хочу полноценную защиту максимально. Потому что я все-таки катаю один и планирую длительные далекие путешествия в несколько тысяч километров от дома. И поэтому тут хочется обезопасить себя максимально. Это если бы с кем-то ехать еще как-то психологически проще, но одному хочется вот прям, чтобы на максимум. Понятное дело, что главная защита это здесь, и после вот того, что со мной случилось, я сейчас это все переосмысливаю, что не надо гнать, надо вкатываться, тем более, то есть я превратил свою ту покатушку, можно сказать, в какую-то ралли, я куда-то погнал, то есть я стал ехать неоправданно быстро, то есть, ну, в общем, привело к сломанным ребрам.
Ну, сейчас у меня, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, будет защита ребер, как можете видеть, что, в принципе, немножко успокаивает. Сегодня вторая, ровно две недели, как я разложился. Ну, уже как бы полегче, если дома вот хожу, как бы нормально все, могу себя обслуживать. Ну, в общем, нормально. На работу пока еще рано, то есть процесс заживления длится 3 недели основной, так что в следующую субботу будет 3 недели, и я уже оттуда буду плясать. Больничный у меня до 18-го, ну, возможно, я выйду немножко раньше с больничного. Посмотрим, как оно будет самочувствие. Так что вот такие вот дела, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь или не подписывайтесь. В общем, кто как любит. Все, всем пока.